Сергей, расскажи, пожалуйста, про европейские игры, что это за турнир и как он для тебя сложился? Ну, этот турнир первый раз в истории проводился. Есть на всех континентах есть такие турниры, азиатские игры, американские игры. Вот в Европе появился такой турнир. Ну, сложился он для меня, в конце концов, я считаю, удачно. Я занял второе место в личных, и в команде мы заняли второе место. Ну, сам турнир складывался непросто. Ну, то есть были бои все сложные. Но мне удалось занять второе место и выиграть серебро. Ты там на пути встретился с несколькими чемпионами мира, да? Удалось там как-то им противопоставить что-то? Ну, да, раз я победил, то удалось. Я не первый раз встречался с ними, то есть для меня это не было какое-то откровение. Поэтому, наверное, ну, сумел грамотно выбрать приемы противодействия и воспользовался. Сейчас Смоленский первый турнир в этом году, да, успел подготовиться в хорошей форме, себя сейчас чувствуешь? Ну, форма вроде неплохая, но не, так скажем, не на 5, наверное, на 4, скорее 4 с минусом. Ну, у нас основная подготовка к международным стартам идет, то есть кубок, он, ну, важен, но не настолько, чтобы к нему готовиться как-то сильно. Ну и вернемся к чемпионату мира, там, наверное, результат в команде, 7 место, не то, на что рассчитывали. Ну, конечно, не то хотелось быть в призах, во-первых, ну, выиграть, наверное, золотую медаль, так как домашний чемпионат, ну и как минимум в призах быть. Ну, не получилось, проиграли один укол Украине. Будем работать над этим. Спасибо большое, удачи тебе.